Всем привет! Вот получили посылку с Озона, заказывали трипод. Съездил, получил к Xiaomi. Вот такой вот. Комплект, кнопочка, это кнопочка, Bluetooth, работает через Bluetooth, кнопочка, вот так вот. Вставляем, кнопочка зафиксировалась. Такой длинный. Все работает, фиксируется. Здесь у нас ножки. Сюда телефончик вставляем, и все, можно снимать, делать съемку. Здесь прорезиненный, чтобы не скользило ножки. Такой крепенький, надежненький, все сделано добротно. На крепление, на пружине. Такое плотное, хорошее. Поставили, можно делать видеосъемку. Можно взять вот так в руку. Пожалуйста, и не так вот телефон, как обычно держит, а вот очень удобно взял, иди снимай. Еще бы, конечно, стабилизатор был бы, но за такие деньги тоже очень вполне удобно, комфортно. Все, пожалуйста. Съемка, снимки, селфи, видеосъемка. Все, очень крепление. Пружина очень плотная, держит очень хорошо телефон. Если еще чехол такой прорезиненный, так это вообще очень удобно. Все. Нажимаем снимку, у нас готов. Здесь батарейка в этой кнопочке. Она меняется. Компактно, все удобно. То есть такой девайс очень супер. Брали со скидкой, получилось очень выгодно, давно хотели. Такой будем пользоваться, потом расскажем вам, как он.
что за девушка там тебе? Невеста. Всего кнопочка синеньким, подсветочка горит. Сейчас сконнектим Bluetooth. Идет поиск. Вот появилось у нас соединение. Просто, да. Все подключение подключено. Все у нас подключилось. Камера, фотография. Ну, допустим. Можно навести, сфотографировать. Нажимаем, все. У нас сфотографировало. Все работает. Фильм Bluetooth. Видим запись. Нажимаем, пошла видеосъемка. Все. Вот, все идет, видеосъемка. Нажали. Остановилось. Все работает. Все идеально. Все хорошо. Будем пользоваться. Очень удобная вещь со скидкой.